Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать про пятиканальный микроприемник с телеметрией FreeSky VD5M 2,4 ГГц. Приходит в такой упаковке. В комплекте сам приемник. Сам приемник размером как 5-рублевая монета. И шнурок для биндинга. Инструкция. На английском, к сожалению. Позже чуть ее выложу, чтобы была. Приемник очень маленький. Вес очень маленький, всего 2 грамма по спецификации. Вот. Ну, при желании можно еще уменьшить, то есть убрать бумажную упаковку, вес еще уменьшится. Очень удобная для использования в паркфлайерах и моделях до 100 грамм. Сам процесс биндинга. Значит, приемник работает, можно использовать просто все каналы 5, либо использовать его с телеметрией. Вот. Расскажу, как забиндить с полностью пятиканальную. Для этого в инструкции описано это. Соединяем первый и пятый канал шнурком для биндинга. Дополнительно потребуется еще питание. Стандартно третий канал для регуляторов оборота. Шнурка этого нет, его нужно будет самому делать. Процесс биндинга очень простой. Значит, использую Eclipse 7, переведем в режим PPM, вот, чтобы забиндить стандартно. Значит, модуль FreeSky V8 с технологии ASST. Стандартно нажимаем кнопку биндинга и включаем приемник, передатчик. Красный моргает. Подаем питание на передатчик, на приемник. Красная должна заморгать. Выключаем приемник, выключаем передатчик. Все, процесс биндинга завершен. Проверяем. Включаем передатчик, убираем перемычку между первым и пятым каналом и подаем питание на приемник. Загорелся зеленым. Все. Готово для использования. Все, спасибо.